Спасибо большое. Так. Где-то здесь были камни. Какой-то вход, бла-бла-бла. Камни. Да ты вою налево, а? Знал бы я, где они. Так, мне надо выбираться из этого леса нахер. Все равно ничего нет. Ну, там вот есть камни, вот там вот есть камень. Может вернуться назад и пробовать его залепить. Уничтожить. Но в то же время сзади есть камни. Стопудово. Стопудово! Ой, привет. Вау. Это мне точно надо взять. Только что выкидывать. Это выкину. Камни, камни, камни. Идите вы ко мне, сволочи такие. Где вы, где вы, где? Так, я уже иду там, где я был раньше. Окей. А, то есть все мои... то есть все мои поставленные лагеря сохраняются, и их только надо разжечь снова. Спасибо. Окей. Вау. Упоротые личности живут. Упоротые личности везде, везде и там. А я заберу это говно. Пошли вы в жопу все. Нет. Сосать. Слушайте, не могу найти ни одного камня. Было просто... А, вот они. Там они. А, там были камни? Где? А, блин. Ну я не пойду туда, ребят. Меня уничтожат эти сраные пауки. Я, конечно, подберу вот эти вот все золотые наггетсы. Мне... Вот, наконец-то, сраный камень. Ой, по... Зайчишка, зайчик, зайка серенький, козел вонючий ты. Да, окей, ушел он. Так, я так подозреваю, что мне лучше поставить ее где-нибудь рядом с... Ну, давайте здесь ее поставим, если что, вернемся сюда. Здесь отличное место для того, чтобы жить. Вот сюда, вот здесь где-нибудь поставим ее. О, напоминает мне, что голоден. Ну, на, жри это. И еще, допустим, пожалуй... Это. Так, а теперь... Научная машина. Окей, ни хрена себе, сколько всего доступно сразу стало. Так, нужен теперь Alchemy Engine. Ну а что мне открылось? Теперь мне нужен Alchemy Engine, отлично. Но вообще мне нужно копье, просто копье. Базовая ферма. А, вот для чего нужны были семена. Ни хрена себе, так здесь все только начиналось. Так, теперь мне нужны ингредиенты. Видимо, нужна все-таки... Нет, это не ловушка. Это тогда что это такое? То, что посередине. Веревка. Прототип. Ага, веревка. Это веревка. У меня есть, есть. Блин, со всем этим надо разбираться. А мне нужно, ё-моё, сейчас бегать и собирать всяческое говно. Почему нельзя на паузу поставить? Так, я уже могу что-то еще построить? А, еще одну научную машину.
Винтерометр. Показывает температуру. Видимо, мне для зимы мне нужно будет теплую куртку иметь. Логично ведь? А что надо, кстати, для этого? А где? Вот. Нет. Может быть, лок сует? Скорее всего. Мне надо находиться рядом с ней, чтобы что-то открыть. Все понятно. Престихитинейтор. Что это такое? Ice Staff. Нифига себе, амулеты всякие есть. Защищает меня от смерти. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Что тебе надо, кусок? Отвали! Блин, там столько всего шикарного есть. Так, ну раз у меня есть веревка, то... Да, теперь я могу делать веревку. И даже копье. Но мне для этого нужна всякая фигня. Все, он же больше не может нести. Окей, надо вернуться назад к этой странной лаборатории. Развести огонь. Где она только? Ну нихера себе, вы вышли на волю. Окей. Теперь, во-первых, надо сожрать что-нибудь. Допустим, вот это. Еда кончается, кстати. А, у меня еще грибы есть, ладно, окей. И семена, допустим. Окей, их тоже можно сожрать. С пауками, надеюсь, ничего не надо делать. Такого интересного. О, а чё это нас сужается так быстро? Так. Теперь мне охота посмотреть, что там есть. Всякая фигня. Мне нужно копье. Где копье? Блин, не очень хорошем месте я поставил все это дело. Мне сначала нужно найти ингредиенты, точно. А для этого нужно вернуться назад. Фак! Чего меня пугаете, а? Не пугайте, засранцу. Окей, снова день. У меня закончилась кирка, отлично. И мне не с чего ее делать, отлично. Я должен вернуться назад. Вау. Я в такой жопе, ребята. А нет. Все в норме. Но мне что, надо выкинуть? Это что за херня там бродит? Что это за херня? Куда я попал? Что это за фигня? Кто эти люди? Пошли вон! Охренеть! Такое чувство, что попал кому-то на корпоратив. Примерно такие же ощущения. Так, окей.
ну, естественно, что мне нужно сделать первым? Это... Пикейкс. Дальше пойти? Смотреть, что тут есть, или все-таки... Ах да, мне нужно... Во-первых, камешков найти. Во-вторых, мне нужно... Ну, на обычный лагерь, накопил. Мне нужно копье. Все-таки не хватает одной палки. Так. Я туда не пойду, в этот сраный сатанинский круг. Так, я сделал копье и замочу тебя, тварь. Мне нужно Alchemy Engine еще построить. Ну-ка, как? А, мне нужны два каких-то куба. Окей, теперь у меня есть... Копье! Что это мне даст, правда? Где заяц? Заяц! Бей кролика. И чё мне это копье дало? Давайте с пауками попробуем разобраться. Я думал, что его кидать можно будет. Вау, его нельзя кидать. Отлично. Я подумал, что его кинуть можно будет. Отлично. Нет, я оказываюсь в жопе. Пауки, пауки, пауки. Ну пойдемте вниз. Я честно не знаю, что мне еще делать. Теперь мне нужны палки для того, чтобы сделать что-нибудь. И еда. С этим, естественно, разбираешься со временем. Но я подумал, что копье можно будет все-таки кидать. Копья фишка такая, представляете? Его можно кидать. Что? Он меня спросил, ты это слышал? Что слышал? Ну пойдем, послушаем. Я вышел туда же, где я и был. А что же мне такого построить, чтобы можно было их убивать? Ну вот, наверное, дарт. Наверное. Так, теперь мне нужно для алхимии... Мне надо построить алхимии энджайн, и для него нужно два каких-то блока. Которые явно не здесь. Добывать. Да что ты там слышал? Да, слышал! Какую-то херню слышал на заднем фоне. Ну ладно, этого дерьма я набрал. Почему-то у меня мозговая активность, точнее, нервозность... повышается. Ну, точнее, нет, наоборот, понижается. Нужно ягоды доесть. Это хорошо, что я набрел на ту свинью, которая охраняла сраные ягоды. Так, что-то опасное творится. Меня что-то преследует? Блин, ну... Так долго разбираться с... Без мышки с этим дерьмом. Что за херня? Так, если был бы один, я бы еще понял, но их двое теперь.
Ну блин, по одному давайте. Ура! Теперь у меня есть мясо. Спасибо, что напали на меня, идиоты. Ха-ха-ха! Соснули, да? Я-то силен! Я-то крут! Ну. Скоро я буду мертв, правда, ну ладно. Блин. Я уже нести не могу. Только добра набрал. Я где вообще нахожусь? Тут есть еще и телепорт где-то неподалеку. Так, ну окей, я, пожалуй, здесь разобью лагерь. Теперь нужно приготовить мясо. Так, а если приготовить? Ну-ка, подождите, если я его съем, что будет? У меня было 53 голода, 67 здоровья. Ну, немножко так отбавилось. В принципе, неплохо. Так, нужно найти способ похилиться. Так, больше мне нечего жарить. Нужно 12 витков для этого дела. У меня заканчивается. Так, дальше. Как ловушки юзать, я так и не понял. Вкину нахрен это дерьмо. Если что, новый сделаю. Теперь. У меня бревна кончается, надо бы сделать. Кирка еще более-менее. Alchemy Engine. Окей. Чё мне делать? Чё-то я хотел сделать. Вот здесь. Нужно сделать лог-сувит. Окей, надо вернуться к научной машине. Правда, я поставил её в задницу такой. Где она вообще? Вон она. Девятый день пошел. Такс, мне нужно сделать топор и нарубить себе дров. Разобью нафиг эту кирку. Нет, не ту кнопку нажал. Пойду рубить деревья. Такие деревья помощнее, помощнее! Еды вообще нет. Я в заднице, ребят, и хп нет. Я думаю, для меня скоро все закончится. Да, у меня уже все болтается перед глазами, видите? Из-за того, что хп мало. Что-то есть по-любому в этой лаборатории, что поможет мне хп вернуть. Только надо понять, где это дело. Так, ну их нахер. Я туда не пойду. Не-не-не-не-не-не-не. Не сегодня, ребята. Все всплывается перед глазами. Так, надо изучить, что здесь есть. Черт, мне нужны две веревки. Так. Нужно сделать две веревки. Дальше что нужно? Для лок сувит. Может быть здесь... вот это еще что-то неплохое. Доказывает твое... доказывает, что ты все-таки готов быть человеком. Ферма. А, для фермы мне нужен
Навоз, это навоз был, точно. Окей. Сейчас я пойду за навозом теперь. А вот найду кого-нибудь по пути. Убью нахер. Молоток. Можно будет сбрить бороду. Подсветка есть. Зонтик. Большая. Большая паутина. Нагревающий камень. Удочка, окей. Базовая ферма, улучшенная ферма. Alchemy Engine я не могу построить. Для этого мне нужно... А что это? Вот что это такое? А, это бревна. Я пойду сейчас рубить бревна как раз. Сделаю себе лог-суит. Здесь ничего нет для того, чтобы ХП пополнить. Он голоден стал. Мне нужно искать идти пищу. Я думаю, пойду забью одного буффало какого-нибудь. А, ХП отбавляется от грибов. Ну, ёпарь, СТ. Твою налево! Так, а где буффало были? Воу. Слушайте, я не помню, где были быки. Вот где-то там, по-моему. Да нет, не в лесу они были. Ну, пойдемте по пути. Может, найдем что-нибудь. Кроме тупика полнейшего. Здесь тупик. Сраные деревья. Нужны сраные деревья. Не, ребят, для меня, похоже, скоро все закончится. Здесь просто надо знать, что ты делаешь. Предметы набирать. Соответствующие. А я не знал, что я делаю! Да нет, сначала эти собери бревна. Чё ты как дурак-то? Окей. Блин, почему со свиней нельзя ничего взять? Что? Если бы мой персонаж был украинцем, сразу бы все изменилось. Так, упасть в воду нельзя. Я только что случайно туда чуть не наступил. А может быть и можно, черт его знает. Но мне все окей с нервозностью, но все плохо со всем остальным. Так, кролик, нужно забивать кролика. Так, стоять. Стоять, падла. О! Я выживу. Пока что я живу. Да, скоро будет темно, я знаю. Но что поделать? Мне все равно некуда класть. Если что, пройду в эти ворота и все. И сдохну. Как обычно. Так, они явно не здесь, я что-то попутал, ребят. Быки явно не здесь. Они, скорее всего, вот тут. Фак. Интересно, успею добраться до своего лагеря? Воу! Ягодки! Что значит, что ты не можешь нести больше? Шляпы больше нету, кстати. Что за... Кто-то забрал мои ягоды? А, нет, ягоды при мне. Так, смогу добраться до своего лагеря, чтобы новый не разжигать. Если реки нету, то доберусь. Правильно иду. Да, я уже здесь.
tracks. Что-то я делал не то. Вот, что надо было сделать. И травку соберу, пока не потемнело. Назад пойду. Сделаю себе лог-суит. Деревянную, в смысле. Скажите, я скажу. Так, куда цветок пропал? Это он, да? Надо цветки собирать. Хотя лучше подлечиться пока что ими. А ХП само пополняется, по-моему, нет? Или мне показалось? Так, все назад. Нужно приготовить мясо. Так, это не особо мне помогло, если честно. Но там есть дофига веревок. Молимся, что я выживу. Сейчас буду вот эти конусы добавлять. И что это такое? Хрен его знает. Воу. Что это такое? Пошел вон. Клево. Спасибо. Хороша природа, сама все пополняет запасы. Я сдохну от голода, ребят. Если не дойду до быка. Какая-то херня ко мне подбирается. Survival horror, мать твою! Окей! Так, теперь нужно пойти вниз. До моей алхимической лаборатории, которую я поставил в какой-то жопе. Потому что не знал, как она работает. Десятый день, охереть! Методы выживания у меня просто охерительные. Забивать кроликов. Так, я правильно иду? Правильно иду. Сделаю себе лог-суит. Значит, я же могу порубить деревья. Чё это туплю-то так? Может, рубить другие деревья? Музыка ещё доиграет, такая веселая. Отлично. То, что они возрождаются, это, конечно, плюс. То, что я попал на лето, тоже плюс. Иначе я бы не выжил, наверное, если бы зима была. Дерьмо. Обойдем по стеночке, по стеночке. Да твою мать, чуть не обосрался. Пошел вон. Так, у меня камни не кончаются. Нет, с камнями все окей. Вот с чем-чем, а камнями я могу закидать кого угодно просто. Может, еще в этих коконах есть интересное. Такс. Что мне нужно сделать? Я могу сделать прототип чего-то. Вот пичфорк. Помогает землю двигать. Это помогает убрать бороду. Лопата. Мне ферма нужна. Да, для этого нужна трава и навоз. Так, ну я надену ее. А эту дропну. Дальше что еще есть? Здесь даже стена, представляете? А, вот каменная стена. Нужен Alchemy Engine. Подождите, но... Стойте, я не понял, но...
Для Alchemy Engine нужна эта фигня. То есть я должен найти, чтобы производить каменные стены. Окей. А я сам должен найти, где эту каменную стену. Ночной свет. Это какая-то магия ужасная. Нужен Prestihinator для этого дела. А для этого нужна какая-то шляпа. Видимо, должен забить какого-то мага. 4 кролика нужны. Я должен словить 4 живых, видимо, живых кроликов. Ладно, погнали отсюда. Время нельзя терять. Там не идти. Мне идти направо. Внизу точно ничего нету. Поэтому мне направо. Фак. Я прогадался. Похоже, я сейчас умру, ребят. Да. Все, я мертв. Я хотел. Забить их, чтобы выжить, но да ладно.